1990 год. СССР и США подписывают соглашение о разграничении Берингова пролива. Так выглядит линия Бейкера-Шварнадзе на карте. Советский Союз по этому решению потерял очень серьезные территории. Вы понимаете, что там Берингов пролив? Вы понимаете, что там морские проходы? Кто и зачем пошел на заведомо проигрышное для нашей страны соглашение? Решение единолично не мог принять министр иностранных дел. В ходе нашего расследования появились утверждения, что тогда же Советский Союз, затем Россия, чуть было не потеряли контроль над значительной частью Чукотского полуострова. Почему до сих пор нератифицированный Россией договор продолжает приносить убытки? Чтобы основательно разобраться, мне пришлось отправить депутатский запрос Министерства иностранных дел России. Ответ ведомства Сергея Лаврова в нашей программе. Секретные материалы. В среду в 20:25.